Они ставят классику, и хотя при этом не меняют сюжет, их герои ведут себя иначе. В рассказе Бунина «Солнечный удар» главные героини говорят лишь одну фразу. В театре камерная сцена, у нее есть текст. В рассказе Пушкина «Станционный смотритель» у Дуни вообще нет текста, а на сцене она вовсю беседует с Минским. 80 премьер за 30 сезонов. Самарский театр драмы «Камерная сцена» отметил юбилей – 30 лет со дня создания. Его основала Софья Рубина, которая и сейчас является художественным руководителем театра. Я знала, какой я хочу сделать театр. Театр должен быть обязательно театральным, где играют с пространством, со смыслами, где не буквальные, не бытовые декорации и костюмы, не бытовое решение, при этом сохраняя не букву, но дух автора. Мы спорим с Пушкиным, шутим над Пушкиным и говорим, вот мы от начала до финала верим, а в финале не очень. Мы не верим, что так легко все закончилось с этим Гринёвым, который за связь с Пугачёвым попал в тюрьму. Это немножко сказочный финал, говорим мы, Александр Сергеевич. Поэтому, извините, мы немножко с вами поспорим и спародируем этот финал. Можно играть текстом, можно все что угодно на сцене, потому что театр – это игра. В 1995 году театр получил статус муниципального, а в 2002 городские власти предоставили коллективу здание, памятник архитектуры и культуры, построенный архитектором Щербачевым в начале 20-х годов. В 2007 году там сделали ремонт, а в 2018 зданию был возвращен первоначальный архитектурный облик. Сейчас в рамках нацпроекта культуры театр закупил новую световую и звуковую аппаратуру, отремонтировал зрительный зал. Скоро там появятся новые комфортные кресла. От лица района хочу поблагодарить вас за те мероприятия, которые вы проводите для жителей нашего района. Конечно же, прославляете Самарский район, Самару, Самарскую губернию в целом, да, на больших площадках. Всего вам самого-самого доброго, самого хорошего. С 2014 года театр является организатором Всероссийского фестиваля «Русская классика. Страницы прозы», на который съезжаются театры со всей страны. Из Москвы и Петербурга, Ульяновска, Липецка, Тамбова, Казани, Орла и других городов. Мы приехали поздравлять с юбилеем. Мы сами тоже вот недавно отвечали свой юбилей. Я знаю, какое это волнение и как это всегда приятно. Мы дружим с этим театром и с Софьей Борисовной. Она к нам приезжает на спектакли. Мы здесь были. Поэтому нам приятно вот с моим учеником и артистом нашего театра «Колесо» поздравить. Для гостей, в числе которых были и коллеги по театральному цеху, и преданные зрители, юбиляры приготовили капустник. А в январе зрителей ждет премьера – спектакль «Золушка» с яркими эффектными костюмами. Виктория Шарой, Игорь Казановский. События.